жителей городского поселения Горки Ленинские появилось свое памятное место, куда можно прийти и поклониться героям ушедшей войны. 8 мая здесь был открыт мемориальный комплекс. Почетное право открыть мемориал предоставили главе поселения Александру Котову, сестре погибшего на войне жителя деревни Петровская Марии Сергеевне Корнеевой, ветерану колхоза имени Ильича Раисе Петровне Савельевой и труженику тыла Юрию Николаевичу Камшилину. Мемориальный комплекс состоит из трех обелисков – труженикам тыла и детям войны, защитникам неба и бережно перенесен памятник жителям деревни Петровская, погибшим в годы войны. Сегодня для нашего поселения замечательный день. В канун 70-летия Победы мы открываем мемориальный комплекс, который посвящен подвигам наших земляков. Памятник односельчанам, погибшим в боях за Родину, был установлен в 1965 году на средства жителей Петровского. После переселения жители деревни памятник осиротел. Жительница Петровского Мария Сергеевна Корнеева поблагодарила всех, кто помог обрести памятнику вторую жизнь. От всех жителей деревни, которых, конечно, матерей уже, и матерей, и жен даже уже не осталось, тех, кто погиб в войну. Но есть внуки, правнуки. Они будут так благодарны, что сделано такое большое дело. Теперь обелиск стоит по соседству с новыми памятниками. Их автор – скульптор Вадим Демченко. Поступила просьба разработать проект, эскиз. Было несколько вариантов. Здесь собирались ветераны, депутаты местные. Для награждения приглашается полковник Наумов. Вот этот проект, он всех тронул. Памятник защитникам неба приурочен к столетию войск противовоздушной обороны. И это, надо заметить, первый монумент, посвященный такой дате. В конце торжественного мероприятия поблагодарили всех, кто принял участие в создании мемориального комплекса. Каждому вручили на память книги о Ленинском районе. Татьяна Брылова, Евгений Петров, Елена Кошелева. Видно это.